Мани в ТВ представляет. Интересно, отрежу я себе кусок руки или нет? Делаем ставки. Привет! В самом разгаре майские праздники, а это значит, что все, у кого есть дача, на даче. В этом году я решила попробовать вырастить что-нибудь своими руками, чтобы можно было полакомиться этим летом. Так как я новичок в этом деле, и еще у меня не очень хорошая память, мне нужно сделать специальные отметки, где у меня что посажено. Мне ужасно не нравится просто втыкать упаковку от семян в землю, поэтому сегодня мы с тобой сделаем целых 3 эко-отметки, где какие семена. Материалы понадобятся разные, но самое важное – это несмываемый маркер, потому что именно им мы с тобой будем подписывать название растений. Начну с самого простого. Мне нужна будет шпажка или острая палочка, пробка и маркер. Все, что нужно, это воткнуть шпажку в пробку с одной стороны. Делать нужно аккуратно, чтобы шпажка не сломалась. Поэтому нужна острая палочка. Собственно, вот она уже и вошла. И написать название. Второй способ еще более простой. Тебе понадобятся нарезанные ветки, острый нож и все тот же маркер или гелевая ручка. У меня вот такие красивые ветки можжевельника. Сейчас я их немножко приведу в порядок, просто чтобы удобнее было работать. А так мне очень нравится, что они шершавые, очень красивые. С помощью острого ножа нужно срезать тонкий слой коры, чтобы оголить белую мякоть древесины. Это будет для укропа. Кстати, не знаю, правда это или нет, но говорят, что если ветку можжевельника, даже срезанную, просто воткнуть в сырую землю, то через какое-то время она даст корни. Поэтому у этой ветки можно зелень не обрезать, точно так же снять кору, подписать, воткнуть в грядку, и, глядишь, к концу лета она тоже даст корни. Чтобы удобнее было втыкать палочки в землю, можно заострить ножку. Лучше это делать с помощью острого секатора. Последний вариант, который можно превратить в веселое рукоделие с детьми, это таблички в виде камушков. Если у тебя с собой на даче есть несмываемые фломастеры, акриловые или масляные краски, то можно даже изобразить то, что посажено в грядке. У меня, к сожалению, ничего такого нет, но у меня есть белая краска в баллончике, и с помощью нее я уже покрасила пару камушков в белый цвет, чтобы виднее были надписи. Осталось написать на камушке. Вот что получилось. Мне осталось разместить все указатели в уже сделанных клумбах и грядках. С тобой увидимся очень скоро. Пока!